Вместе со снегом исчезает и тротуарная плитка. С таким заявлением к нам в редакцию обратились пешеходы, которым часто приходится пересекать участок в районе остановки АТС-50 по проспекту Чулман. Наша съемочная группа выехала на место происшествия, чтобы поговорить с челнинцами и узнать, как устранить проблему. Сейчас тротуар выглядит так, будто давно не видел ремонта, но на деле плитка появилась здесь в прошлом году во время капитальной реконструкции проспекта Чулман. А уже в этом все нужно переделывать. Плитка провалилась, где-то ее уже убрали и засыпали песком. Сами пешеходы с иронией относятся к работе строителей. Не предвидели они вот эту ситуацию, что весна наступит, снег провалится, соответственно, растает, и вот результат. А как считаете? Сейчас надо в администрацию позвонить, пусть проверить всех этих товарищей, кто делает, заставить переделать. Кто ложит этот тротуар, неправильно ложат, не спрашивают мнение у пешеходов, где, куда, как ложить. Кое-кто из прохожих даже попытался вспомнить, из-за чего участок тротуара деформировался. Осенью там, по-моему, что-то трубы меняли, потом быстро-быстро подровняли, опять он рушился. Как всегда, все перекопали. У нас любят сделать все красиво, а потом переделывать после этого. И вот это появилось вот весной. На предприятии «Автодорог», которое отвечает за обслуживание участка, сообщили, что гарантийный срок на такой вид работ составляет 1 год. Поэтому устранять недочеты придется подрядчику, который занимался здесь ремонтом. Правда, для этого нужно обращение от горожан, а без них оснований для начала реконструкции нет. Ладно, и так сойдет. Эльмира Гайнудинова, Ильнар Мустафин, Челны-24.